Да, сука! Ебуй! Мужчина, блядь, пришел нахуй, настоящий, блядь. Не нравится мне. Уеби их нахуй, разъеби их там всех нахер, хуям собачьим, блядь, братан. Че там топает? Да ладно, Дарт Вейдер, что ли? Да, Дарт Вейдер приперся, лол. What the fuck? Я это не руками делал. Ебать, Алексей пришел. Ой. О, нахуй я ливаю! Не-не-не-не! Дальше без меня! Дальше без меня! До свидания! За звук. Кто идет? Дарт Вейдер, походу. Да, блин, Дарт Вейдер, сука, мне жопа, если я с ним буду биться. Это за... Это он! Это Дарт Вейдер! Это вот это Дартик! Нравится мне это. Еще бы. Еще бы, Дарт Вейдер, это он, это темный лорд! Понятно. Старый друг. Энакин пришел. Здравствуй, Энакин. Чё? Я услышал. Нам капец. Чё за фигня? Дарт Вейдер! Энакин Скайуокер. Это он. Пец! И чё? А идёт, блядь! Духовой, сука, инструмент. Здорово, блядь! Нравится мне это. Ещё бы. Это он. Ай, блин. Ой, он сейчас ей пиздячек понавешает, за что она сфейлилась. Давай, блядь. Нахуй её, нахуй, в лаву там, блядь, придуши, выкинь хуя. Ты подвела меня, инквизитор. Отомсти за нас. Да ты ебанутый, куда ты лезешь, блядь? Тупая эта пизда, блядь. Нет, это нет, нет! Зачем? Беги! Нихуя себе! Бля, у меня мурашки по коже. Сейчас тебя черный властелин возьмет силой. Так же, как ты меня. Ты подвела меня, инквизитор. Отомсти за нас! Беги! Просто в лаву скинул. Будет разумнее сдаться. Да. Пожалуй. Беги! Серьезно? Будет разумнее сдаться. Он ее просто выкинул нафиг. В лаву. Беги! Нахуй просто, блядь, как наушник мой улетел. Будет разумнее сдаться. Я сдаюсь, все, фигня вопрос, дядь. Пожалуй. Там ж подпрыгнула. В смысле с Дарт Вейдером битва? Бля, британчик, ебать. Беги, Стим! Ой, стой, пошути меня!
Вы что гоните? Вы что, вашу мать? Энни, малыш Энни, подожди. Я сдаюсь! Нет! Нет, это глупо! Ой, бля! Ой, бля! Нет! Блять, у него даже КПшки нет, в смысле сдаться? Ой, все, конец. Дайся! Не сдаться. РС, прицелитесь. Куда, блядь? Куда прицелиться? Куда? Давай. Хитрожопый! Я понял, ты все видишь. Бежим скорей! Ну, по-моему, он посильнее как-то, да, чем я-то. Ну, блин, чувак избранный так-то, камон. А ты что-то хочешь с ним сделать? Бежим скорей! Капец, он жесткий. Бежим скорей! Батя лютый! Ух, ебать, ебать! Да ему похуем вообще на все, блядь, ну? Да мужчина, бля. Не-не-не, правильно, иди ко мне. Ты посмотри, что они, да вы смотри на это, нахуй. А? Ты посмотри, блядь. Я люблю тебя. Будь моим женой. Пиздец, он жесткий, не гони. Мужик, он сильный, это жопа какая-то. Беги! Тихо-тихо, ребят. Вот и все твои джедаи, типа и нахер никому не сдалось. Здорово, пацаны, чё как? Ну это, блядь, да беги влево быстрей. Я же вижу, что, ой, блядь, это дышит мне в лицо так сзади. Дышит мне там сзади в лицо, скотина такая собака. За говно. Пипец он лютый. Там турболит. Бежим. Он чё, совсем? Ебать, лютый. Да беги. Он хочет тебя, он меня нет, а вот я его, да. Там турболит, бежим! Ну нахуй! Нахуй! Подожди! Так, спокойно. Быстрее, нажми кнопочку. Дуем отсюда! Ой, ебать, расхлебывай, всю базу, всю станцию просто раскатал. Спокойно. Не дам тебя убить меня. Молодец, я тебя и не буду убивать, дурачок. Не понял? Беги! О, ебать. Не-не-не-не-не, Санюк. Что? Ну, он, конечно, может двери разрубить. Вы видели, блядь, что это было? Нахуй он вниз упал? Текстуры провалился, блядь. Дуем отсюда. Пипец, а как же Халк? Не, ну Халк-то Халк, понятно. Но, блядь, Вейдер тут... Давай. Иди, назад. Да, блядь, что ему ворота стоит открыть? Иди, назад. Он сверху спрыгнет, я его знаю, блядь. Сейчас цаплик, он умеет пилить стены, он не лох. Что делать? Мы уехали? Дарт Вейдер слабее, чем Дарт Лифт. Вот это да, вот эта сцена стоила вообще всего. Почему он такой сильный? Почему его Люк Скайуокера боссал в два приседа, сейчас он... Мы оторвались. Просто лютейший. Я сказал, что он отец Сэнакина Скайуокера, вроде как нет. Он как бы вроде как бы сам и есть, да? Я что-то перепутал. Ну да ладно, а может и нет, может и твой отец. Не, ну там говорился, Люк, я твой отец. Или... Чего? Кто чей отец-то, я не понял. Так, кто отец Дарт Вейдера? Это был такой страшный просто обосраться, Вейдер. Ты против него чувствуешь бессилие, это обалденно. Дартушка, Вейдрушка, да. А можно я буду называть тебя папочка?
Оторвался-то я, блин. Ну, конечно. Лошара, блин. Нет! Нет! Не нолик, нолик, блядь! Максимальный ноль! Максимальный ноль! Вниз! Нет! На нахуй! Ну, блядь! Пути-пути, бля. Он даже его меч нахуй удержать не может, ты смотри. А, давай. Чего? Не, я не хочу. Ну я быстрее уже жать не смогу. Робота, нет, 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 нет! Только не малыш робот! Нет! Сука! Уебу, забеги, понял, нет? Отдай Голокрон. Дурачок, что ли? Ты не получишь его. Посмотрим. Ай! А ты как жива? Я не позволю забрать детей. Ну вообще по хуям, блядь, ну ты посмотри. А нет, он жив, он жив. Круто, огонь. Она жива! Я не позволю забрать детей. Тупо одной рукой. Ему вообще насрать, а одной рукой держаться здоровый как-то. Че это было? Я не позволю забрать детей. Это как так, блядь? Это что за чудеса такие? Она что, летать научилась? Это что, женщина-птица, блядь? Ты кто? Сколько ненависти. Из тебя бы вышел превосходный инквизитор. Ты сильнее этого. Это она ему так яйца изнутри сжимает. Нет, нет! Да. Чё? Тёмная, она становится темной? Сторона силы. Нет, нет! Да, да! 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 Чего? Нет, нет! Да. Чего? Тёмная сторона силы. Она наполнена ею. Цере. А, ну все, нормально, все, ему похуй. Что это? Упражнение для беременных? Нет, нет! Да. Темная сторона силы. Не жарко в штанах таких? Она наполнена ею. Нет, не надо, не надо! Не подвлащайся или какое, не подчиняйся, не надо. Она наполнена ею. Цере, эй, послушай меня. Всегда есть выбор. Нас спасла стихия! Чё, Дарт Вейдер боится замотить штаны? А чё ему мешает за ними-то выпрыгнуть? Какая-то странная черника сильнее, чем чёртов Дарт Вейдер! Она чё, тефлоном покрыта, что она выжила в той огненной бездне? Какого хрена? Трипнулась бы и рипнулась. О, ты моя девочка. Мне понравилось, что Дарта Вейдера здесь сделали чуваком, которому вообще на все насрать, и он типа... Ну, и ему вообще все равно, что они там пытаются против него сделать, как бы он их с легкостью разваливает. Типа он застал его врасплох зачем? Мог бы спокойно так же за ним поплыть, и все, в чем проблема-то. У нее и маска есть, он же, наверное, там фильтрует воду, как кит. Там жабры встроены, он поэтому так и дышит. Это встроенные жабры. Все, конец, пиздец.
А можно я буду называть тебя папочка? Идет, блядь! Духовой, сука, инструмент.